Это музыка на ЕТВ, как вы уже догадались. Здесь мы встречаемся с музыкантами, которые делают хорошую музыку, так, по крайней мере, мне кажется. И сегодня у нас в гостях Андрей Оренштейн, который именует, ну, вместе, наверное, с этими всеми электронными приблудами, группа Amore & Brave. Привет, Андрей. Привет, привет. Это новый состав коллектива. Да, можно поименно всех очень долго перечислить. У всех есть загранпаспорт, что очень важно. И вывозить их можно на зарубежные гастроли. Но мы тут собрались не просто так, презентуем твой новый альбом
ваш, группа Modern Drive, новый альбом. Вот вы, скажите. Да. Под названием «Настоящее». Вот я, в отличие от телезрителей, естественно же, послушала весь альбом до эфира. 9 полноценных песен. Расскажи, зачем сейчас делать альбом? Ведь так модно вот эти вот всякие EP-шки, одна-три песни это прям, и унялись. Вот, прям сразу с разбегу и по больному под дых. Я тоже не знаю, зачем сейчас делать альбом, и я не знаю, зачем я его сделал, кому он нужен, честно говоря. Вот, я даже очень многие друзья мои, там всячески из Сансары мы встречаемся, они спрашивают, слушай, у тебя же альбом вышел. Я говорю, ну да, месяца два уже, наверное, три, может, не знаю. Вот, надо послушать. Вот. Я смотрел клип, мне понравилось. Ну, как бы, сам формат музыки альбомами, мне кажется, что он как бы все закончился. Вот, к сожалению, потому что я привык, я еще, мне еще надо на картинку посмотреть и так далее. Вот, подожди, в физическом носителе тоже не существует альбома, только в сети. А зачем? Не, он будет, может, я его напечатаю, и тем 10 людям, кому это важно, показать, да, в камеру, например. Там, или там на концерте человек там выпил плотненько, вот, купил диск, как бы ему там написали, там, Лехе от души, вот он дома поставил на полочку. Больше он даже может не включить, понимаешь? Можно вообще пустые болванки просто с обложками, да я уверен. Это вообще гениально. Вот. А на болванке открываешь через компьютер, и там написано, диск можно скачать на таких-то... На iTunes. Вот, это прекрасная была бы идея. Нет пиратства вообще никогда. Про состав быстренько, но мы всех не будем новых музыкантов представлять. Очень Георгий, давно... Инна, Алексей, Егор. Егор. Мы познакомились заранее. Практически. А этих я не знаю. Это близнецы какие-то, да, они потом еще без паспорта. Про предыдущий состав. Года два, наверное, да, мы в эфире назад встречались. Был полноценный состав. Куда все делось? Вот эти вот, знаешь, названия по-странному хороший, или как у вас там был такой эпитет? А он еще более по-хорошему странный. Еще странно-хороший группа теперь выступает, да. А что произошло? Ну, собственно, я отпустил ребят на вольные хлеба, и они себя прекрасно чувствуют. Вот вы можете наблюдать их. А ты-то себя в одиночестве прекрасно чувствуешь? Сейчас, в компании, конечно. Сейчас очень хорошо. Прекрасно. Ты знаешь, все приходят на репетицию. И никто не опаздывает, что никто важно. Не опаздывает, кроме да. тебя. Давай тогда еще одну песню. Окей. Вот первую песню я сыграл. Это была песня, называлась она «Нева». В записи принял участие Илья Черт Кнабингов. Очень, очень легко и просто как-то он так согласился, приехал непосредственно домой, все записал. А собственно, почему он там появился? Потому что там у меня странное чувство юмора. Вот. И там есть строчка «И Бог молчал, я говорил». Я подумал, как будет классно, если это споет Илья Черт. Вот. Ну, вот как-то, ну, я как говорю, странное чувство юмора. Вот. Следующая песня в оригинале, в ней поучаствовали еще два персонажа. Это мой прекрасный питерско-мировой, не знаю, World Famous Star. Вот. Trip Masters, он играет больше за рубежом, как диджей. Вот. И мой нью-йоркский друг, рэпер Краша. В общем, как-то мы так собрались с компашкой. Мне придется за них отдуваться. Они наверняка увидят потом это видео и скажут, все из-за... Без нас очень плохо. Вот. Пусть слышал, приезжает в следующий раз. Да. Песня называется NN. Thank you.
Восемь доли семь. Осень, солнце, ясный день. Не найти за этим всем ничего важнее, чем свет в глазах смотрящего. Объект метафор, бездумие, недостаток, вакуум, страшна. Так чистый лист страшит творца. Все карты врут, у мира нет границ, мир это экшен, но никак не драма. До взмаха бритвой на пороге счастья шрама, остат протянет дюжину страниц. Оставить в прошлом, вынести за скобки, похоронить на полке под залежами пыли всех тех, кем мы когда-то были, как неживую птицу в обувной коробке. В обувной коробке, ной коробке. Моррен Трей в лице Андрея Оренштейна. А Андрей Челяба ждет, пишет у нас на сайте igburg.tv. А вот про альбом и про людей, которые участвовали в великих, почти что все, да, которые все вместе, да, все как один великий. Да. Как тебе удалось их всех созвать на свой альбом? Я, во-первых, поняла, что ты великий дипломат и переговорщик, такой парламентер от музыки. Как это получилось так? Ну, с пилотом все понятно. С Ильей мы как-то вот, я регулярно со своим другом, со товарищем приходил на концерты группы «Пилот», чисто потусоваться там, посидеть там и так далее. Я скорее больше к товарищу приходил, вот, потому что он организатор и так далее. Ну и как-то мы познакомились, а потом Илья как-то спросил, а ты кто, собственно, кто ты такой, почему я тебя вижу уже раз в третий. Собственно, я ему показал и даже сделал несколько вещей у группы «Пилот». Точнее, у Ильи выходит, сейчас скажу, как называется, сборник аудиостихов. Значит, Илья читает стихи. И еще года два назад я сделал аранжировки для двух стихов. И выйдет это неизвестно когда, я не знаю. Ну, в общем, дружба завязалась. Да, ну и, собственно, Илья как бы без проблем. С Лешей Могилевским. Он как-то видел группу Amor and Rave на фестивале «Старый Новый Рок» еще тогда в том составе. Кто-то смотрит группы на фестивале «Старый Новый Рок». А мы были первые. Мы были первые, и нас видел только Могилевский, потому что людей не было вообще. Вот. Что? Ну, а Женя Федоров это про Женю Федорова мы уже рассказывали, да, в эфире, можно найти у нас на сайте. Я не скажу, что я делал что-то специальное и особенное. Просто вот, как-то знакомишься с людьми, просто давай что-нибудь сделаем. Я-то вообще открытый, мне наоборот очень нравится, когда народу много, когда происходит что-нибудь незапланированное, ты играешь на сцене, выходит, не знаю, там, Сережа Данилов и начинает читать свои стихи, как бы, и дальше происходит. Можно передохнуть в этот момент. Я хочу для тебя в очередной раз, наверное, сюрприз сделать и для зрителей, или узнать историю с другой стороны. Алексей Могилевский как раз-таки у нас на связи. Музыкант, саксофонист группы Урфин Джоз, Наутилус Помпилиус, конечно. Здравствуйте, Алексей. Привет. Вот откуда ноги-то растут в дружбе с Андреем? Я так понимаю, хочу предположить, что предложения от молодых музыкантов к вам, наверное, регулярно поступают. Помочь, поиграть, поучаствовать. Вопрос, откуда ноги?
У дружбы. Надо отвечать. Да, я что-то как не уловил. Я вот задумался, откуда растут ноги для начала. От себя я, возможно, не отвечаю на вопрос, потому что я не понял его там насчет дружбы и прочего. Нет, когда я увидел первый раз «Амурен Грейв», я вообще понял, что Андрюша – это абсолютно родственная душа. В том плане, что вот мы оба психи-одиночки. Вот, я стал необратимо к концу, к расцвету своей карьеры музыкантом-одиночкой. Ассоциация теперь это я один. И вообще двое. У меня еще есть запасная пара рук в виде Валеры Кузина. Такой молодой паренек. Совершенно роскошный человек. Красавчик. Неплохой музыкант. И вообще, ну... Вот, ну ладно, не о нем речь, а речь об Амурен Грейв, об Андрее. Mm-hmm. Я, когда увидел, как он делает электронику онлайн, у меня, честно говоря, там просто вот слезы зависти навернулись на глаза, потому что этого ничего не было в мои золотые годы, кроме самодельных синтезаторов, каких-то пуколок, сделанных в коробке из-под хоккея, в корпусе размещались. Вот. Дикая зависть забрала, и, естественно, когда Андрей предложил мне дунуть мне в песенке «Париж», я, не задумываясь, согласился, тем более он мне отдал абсолютно, дал мне полную свободу действий в аранжировке саксофона, я сразу же врубил весь свой креативный мозгишко, и я был страшно счастлив, что Дудка очень... тонко и деликатно вписалась в эстетику этого произведения. И даже моя любовь к фишкам, она тоже нашла отклик в такой же совершенно сумасшедшей Андрюшиной голове. Я предложил сыграть такой музыкальный привет из прошлого, когда мы повторили все движение соло саксофона, вступительная его часть песни «Я хочу быть с тобой». То есть абсолютно... одинаково движется мелодия, абсолютно ритмически повторяя, саундово узнаваемая, но там было изменено только одно – сами ноты. Вот. И даже я потом, когда Андрей разрешил, потестировал эту песню, народ оценил эту такую мулечку. Так что, к сожалению, живьем этого не будет. Андрей перекроил ее под живое исполнение. Но тем интереснее будет приобрести альбом и эту вещь услышать. Алексей, а вот поработав так краткосрочно с Андреем, вот если сравнить историю 30-40 лет назад, когда вы были в роли тоже молодых музыкантов, отношение к музыке сейчас и тогда у музыкантов одинаковое? Да как вам сказать, понимаете? Да это как и с литературой, наверное, как и с живописью. Отношение к этим ремеслам всегда во все века было одинаковым. Либо ты художник, либо ты ремесленник. Значит, понимаете, горящие сердца, мозги, глаза, языки, руки – это во все времена было. И мне страшно радостно, что Андрей принадлежит к этой же плеяде. Он не стал разменивать себя на коммерцию. Я считаю, что в роли диджея – ты все еще диджей, Андрюша, да, на пилоте? Пока да. Вот. Ну, я считаю, что все ремесленнические околомузыкальные амбиции успешно утоляются именно в профессии, то есть в том, за что тебе платят. Вот. Все то, что ты делаешь за рамками, там, не знаю, 12-часового рабочего дня, это и есть искусство, счастье, радость, боль. Все такое вот. И не знаю, такие люди, хорошо, что их мало, вот, тем мы ценнее. И, извините за выпендрёж, вот я так взял, так к Андрюше приклеился, сказал «мы». Вот. Ну, смею считать себя тоже немножко художником, хотя тоже зарабатывают на жизнь ремеслом, рекламной музыкой и, там, не знаю, и заказными какими-то делами, но это все фигня. Алексей, а вот вы говорили сначала про ассоциацию. То есть ассоциация, в принципе, сейчас еще живет, и на сцене ее можно где-то увидеть. Ну, я играю мало, потому что за это никто пока не платит, кроме тех немногочисленных друзей, человек 40-50, которые приходят на концерты. Это было один раз в Ебурге, один раз в Тюмени, 3-4 раза в Москве.
примерно везде одно и то же. Но меня это не беспокоит. Я надеюсь, что я начну суетиться по поводу коммерциализации своего творчества тогда, когда запишу что-нибудь в 15-м, а то и в 16-м году. Ну, мы будем ждать тогда вас, Алексей, здесь у нас в Екатеринбурге, глядишь, и с Андреем тоже на сцене сыграете, да, Андрей? Кстати, да, вот мы сейчас пока у нас в стадии переговоров с Лешей, но, возможно, 22-го в свитере, ну, там будет также Сереж Данилов, Саша Гагарин пообещал прийти, вот, чего-нибудь исполнить. И, возможно, Леша как раз тоже будет. А в Москве 2 июня в Артефаке мы точно уже договорились. Ну, вот. Так что там будет песня «Париж» вместе. Да. Да, но будете проездом, Алексей, заходите к нам на канал. Спасибо большое. Напомню, что Алексей Могилевский был по скайпу на связи с нашей студией. Ну, песню тогда «Париже», понятное дело, наверное, не будет. Нет, песню да. Про Париж не будем, я ее оставлю. Но какую-то другую, да. Хорошо. Ну, собственно, я тогда сыграю одну старенькую песню. Вот даже не знаю, насколько старенькую. Может, совсем старенькую. Вот. Ну, какую-нибудь. Ну, ладно.
жди, жди. Давай, давай, стопыня, стопыня. Я не твой брат, но мы не враги. Моим и твоим и справит пожами. А небо все, небо все. Просит, чтобы я, чтобы это вам всем, вам строгие, написанные солнцем дороги. Ночью лесу фонарь аптека, бессмысленный тусклый свет. Жене еще хоть четверть века, все будет так, исхода нет. Умнешь и вновь начнешь сначала, повторится все, как встать. Вот уже и классиков цитируем в новом альбоме «Настоящая». Чайковского я цитировал чуть раньше, если что. Ну, от этого мы не услышали. Да. Вот Алексей Могилевский рассказал и про классиков Наутилуса. Вот да. Там тоже на альбоме без цитат найти. Никак, конечно, да, «Моран Дрейв» и альбом «Настоящая». Вот, знаешь, прочитала у тебя такое скептическое замечание, что только об альбоме твоем написал, но «Far From Moscow». Угу. Такой не совсем русский портал, а наши, мол, типа, молчат. Я думаю, что это неудивительно, потому что... Ну, подожди, у тебя прям важно сейчас... быть оцененным кем-то? Уже нет. Раньше было, сейчас уже нет. Я просто так саркастически заметил, что достаточно... Мне это кажется забавным. Сейчас в музыке музыкальная мода, скажем так, мода вообще циклична. До определенного момента музыка развилась, сейчас мода на ретроградство. То есть сейчас все смотрят назад, огромное количество людей, в том числе, я думаю, ты замечала, приходят молодые ребята, которым лет по 18, и они играют музыку, которую они не слышали. Конец 70-х, все вот это молодые вот. Молодые Депеш Мод, например, фанк, фанк, да, вот это вот фанк, все. Да. Как бы для них это игра. Просто обидно, что ничего нового в музыке не происходит. То есть оно происходит. Но очень-очень вот, я не говорю, что я делаю что-то наоборот, это все известно, и я, мне очень забавно, что я делаю музыку, которую, ну, я не знаю, я прикипел просто к стилистическим особенностям некоторые. Mm-hmm. Музыка, которая там лет 5 назад была популярна в мире, ну, но в андеграунде, конечно. Ты зацепляешься за что-то, то, вот. Которое прикипело и тянешь вот. Потом. Я как бы, я свою музыку выбрал, но я развиваюсь вот в этой плашечке, mm-hmm. что-то там делаю. Вот. Обидно просто, что я очень давно не видел ничего, чтобы вау, что-то вот прям такое. Совсем ничего не зацепляло. Ты знаешь, у нас... Мне вот нравится из отечественных товарищей Леня Федоров и Женя Федоров. Ну вот, да, аналогично, но... На Западе много можно чего. Можно же найти, но не в только Австралии на Западе. Очень классная сейчас волна. Прекрасная группа пост-R&B. В эфир приходила из Киева, Пурпур. Вот послушай, я тебе вот советую. Прям новое, свежее и не совсем... Вот то, что ты перечислил, не похожее. Про концерт. Где можно будет услышать тебя в ближайшее время с твоей презентацией альбома? Правильно я понимаю, что в Екатеринбург еще вот так вот хоп и не слышал альбом? Нет. Это, честно говоря, сейчас вот в данный момент, я очень переживал, ждал этого момента, я вообще впервые играю один.
впервые на людях. Вот. На людях играешь впервые один. Ну, то есть у тебя же еще там тур запланировал. Москва, Питер, Челябинск. Какой-то тур. На самом деле это повод навестить друзей, потому что я знаю, что придет 20-30 человек. Ну, это нормально. Ты же удовлетворяешься тем, что даже 20-30... Это прекрасно. У нас есть... Евгений Федоров особенно придет в Питере. Вот Женя, не знаю, обещал, не обещал, но зато в Питере, например, есть одна песня, которую я решил на каждом концерте делать с разными людьми, вот, чтобы они читали стихи. Угу. В Екатеринбурге будет Сережа Данилов, конечно. Вот, в Санкт-Петербурге Иван Пинженин. Известный, вот, по многим, да, песням тоже. А в Москве другой Иван, Иван Катихин, группа «Встреча рыбы». Вот. Еще обещал в Питере прийти Илья Разин из группы «Полюса», мы будем петь песню вместе. Ну, как-то так, весело по друзьям. Да. Да. А в Екатеринбурге? Галерея «Свитер». 22 мая. Галерея «Свитер». Приходите. И приходите, вот, вся группа «Amor and Rave» тоже придет. А в воскресенье придет. Я буду в Челябинске, так что... И туда приедет вся группа «Amor and Rave». Там можно, да, будет послушать новый альбом про настоящее, про связь времен, как мы поняли из общения с Алексеем Могилевским. Ну и не только. В том числе, да. Ну и на прощание какая-то лирическая песня. Лирическую прям? Нет, ну нет, смотри, выбирай сам. Прям сильно лирическую? Нет. Ну, смотри. Насколько лирическую? Не плакали. Покажи вот так вот, чтобы люди не плакали. Вот так вот. Эх, таких нет. Вот. Ладно. Сейчас попробуем одну штуку сделать. Thank you.
равнина. Что же ждет? Вот так.